А, вот это вот, во-во-во-во. Показывает, что это. Так, так, работает, все. Давай заведем, попробуем. Давай, давай. Да, отлично! Все работает, друзья. Просто все работает. Все просто замечательно. Вы любите играть GTA Online, но вам все время не хватает денег и у вас маленький уровень? Мы вам в этом поможем. Мы предоставляем услуги по продаже игровой валюты и увеличению игрового уровня в GTA Online без переносов. Дешевые цены, никакого обмана. Безопасность аккаунта гарантирована. Ссылочка будет в описании. Всем доброго времени суток, друзья. С вами, как всегда, Диман, и это наш блог в игре GTA 5. Сегодня просто бомбезный день, потому что мне отдали $500,000 за собаку, которую сегодня купили. У меня, как вы видите, кэш в размере 1 300 000 баксов. Это на новую хату для того, чтобы мы с Дашкой там жили. Но, друзья, этого, конечно же, недостаточно. Даже когда я продам свою предыдущую хату, на которой я сейчас перекантовываюсь, то будет около 2 000 000. Это вообще мало. Ну и вторая, самая замечательная новость, которая могла вообще войти в мои уши сегодня, это то, что у нас, вот видите, вот этот трейлер, да, друзья? У нас был просто бомбезный заказ. Миллиардер, который сейчас находится в этом городе, в Лос-Сантосе, просто заказал 6, подождите, 6 это за первый у нас завоз нужно будет. Короче, около 10 машин он заказал на свою вообще движуху. Он собирается открывать автосалон. Посмотрите, вот тут, короче, его прицеп нашего трейлера. Короче, сегодня будем поднимать просто бомбезные бабки, друзья. Он обещал нам заплатить 3 миллиона, ну, то бишь мне, за то, что я доставлю эти тачки ему, конечно же, на корабль. А он сейчас как раз таки находится там, возле пляжа, друзья. Я вам позже это все покажу. Возможно, это будет не одна серия. Возможно, это будет 2-3 серии, потому что это просто самое... Сложная работа, друзья. Во-первых, нам нужно будет достать 6 тачек для первого завоза, погрузить их в самолет, припарковать их, конечно же, и потом ехать за следующей партией. Ну, около 12 машин, я думаю, у нас будет. 3 тачки он выбрал из нашего автосалона. Вы посмотрите, вот этот Lamborghini, вот этот вот, получается, Ferrari, и вот эта вот хрень, которую я не знаю, как она называется. Короче, друзья, пишите в комментариях, как она называется, и буду, конечно же, вам рад. А, так вот, 3 тачки он сказал, что возьмет вот эти, друзья, да, поэтому давайте мы их сегодня как раз таки и погрузим на наш трейлер, поэтому, друзья, остальные 3 у нас, кстати, новое оборудование. Я вам не сказал, он предоставил нам новое оборудование, теперь они у нас обозначены на карте. То бишь, он отобрал именно марки этих машин, и эти марки мы нашли через базу и, в общем-то, пробили, и теперь поставили на них датчики. Теперь мы их видим в любом месте, где бы они ни находились. Короче, друзья, мы выбрали, ну, исключительно такие более-менее свежие, которые были куплены совсем недавно, через базу пробили и поставили на них, конечно же, датчики. Также у нас есть возможность, друзья, возможность, ну, то бишь у меня возможность заводить их без какого-либо вмешательства и без того, чтобы была, ну, как бы слышна сигнализация, да? Это вообще круто, это все новые плюшки нашего миллиардера, который нам подогнал. Короче, друзья, я просто проще скажу вам. Мы, во-первых, можем теперь угонять без ментов, потому что нас просто тупо не услышат, так как машины будут заводиться беспроблемно. Так, нужно подцепить трейлер наш. Нужно подцепить трейлер. Ну, точнее, прицеп к трейлеру. А во-вторых, мы просто, друзья, будем поднимать такие бабки. Это просто новый уровень по угону. Я счастлив. Сегодня я просто счастлив. Так давайте прицепим наш, наконец-таки, прицеп. Честно сказать, у меня нету заднего стекла, поэтому, ну, как бы да, как бы еще чуть-чуть подъехать и чуть-чуть взять влево, и можно, в принципе, цеплять его. Грузить, короче, предыдущие тачки, и поэтому... Так. Так. Я думаю, этого достаточно. Ой-ой-ой-ой. Этого, я думаю, достаточно, поэтому давайте. Все. Так. Включаем. Зараза, он не рядом. Видите, как бы я пытаюсь нажать на кнопку для того, чтобы подключить наш прицеп, но нужно подъехать еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Короче, друзья, действительно новые плюхи, которыми я особо не умею пользоваться. Вот, допустим, на трейлере я езжу вообще первый в своей жизни раз. Поэтому, как бы... Зараза, надо еще подъезжать ровнее. Так, пацаны, отлично, я вроде бы прицепил же, да? А, все, замечательно. Смотрите, короче, я взял пульт от этого трейлера, короче, от прицепа, для того, чтобы им управлять можно было. Все работает автоматически по, на гидравлике, и все просто замечательно. Вы посмотрите, только вот нажимаем, допустим, опустить, и у нас опускается задняя вот эта вот крышка. Затем мы нажимаем кнопочку при... для того, чтобы опустить нижнюю хрень вот эту вот. Что это вот?
А, стоп, это полностью все закрывается. Вот, опускаем, получается, верхний ряд, и просто все замечательно. Короче, давайте, друзья, так, у нас тут будет место, как бы, погрузить три тачки из автосалона? Да вроде бы должно быть, да? То есть, мы сейчас грузим три тачки из автосалона, и затем, друзья, просто берем и ставим метки на, получается, на три... А, что, подождите, сбилась система, что ли? Откуда? Что произошло-то? Три тачки сбились. Господи, надо будет перезагрузить базу. Надо будет перезагрузить базу, и просто будет все супер. Так, друзья, все, вроде бы базу мы переустановили, все вроде бы теперь показывается, да? Датчики все работают, отлично. Так, ну, три тачки сразу же грузим мы наверх, сразу, чтобы они нам не мешали, как бы, да? Так, господи, осторожно надо. Я вообще что-то, друзья, первый раз, вот честно, первый раз буду так перевозить. А придача ко всему, мне потом еще нужно будет управлять самолетом, друзья. Вы представляете, самолетом и просто лететь на... посадочную полосу и там, соответственно, оставлять данные тачки. Это я не знаю, друзья, вообще, чем можно было думать, потому что я не имею управления именно как раз таки. Так, давайте мы ее закрепим, да? Все отлично, мы закрепили ее, так замечательно. Теперь она тут торчать будет. Так вот, я не имею навыка вообще управления самолетом, а тем более пассажирским, да и тем более... Нет, он, по-моему, грузовой. Но он ничем не отличается от пассажирского, друзья. Я не знаю вообще, чем думали наши, как бы, заказчики, да и Дирик, но я думаю, он во мне уверен, поэтому мы будем, короче, пацаны, ну, надеюсь, не облажаемся и зарабатывать большие бабки. Так, давайте, мы сейчас три тачки сразу же грузим их. Так, как бы не удолбать ее чуть-чуть, да? А то будет вообще не камильфо. Как бы мы должны же доставить их в отличном состоянии. Так, отлично, погнали. Так, 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 так. Ну что за фигня? Господи, пожалуйста, помоги мне заехать. Сука. Да ладно тебе, неужели тачку уже расхреначил? Короче, давайте мы ее оставим, пускай ее подделают, потому что я ее чуть-чуть сильно расхреначил, друзья, на самом деле. Так, давайте мы ее тут оставим, пускай ее пока что сделают. Я думаю, ее успеет сделать, пока мы будем собирать остальные тачки. Так, друзья, короче, я погрузил уже три тачки, получается, последние, да? Как бы что-то она вообще херово села. Ну да ладно. А сказали, типа, вообще срать, если чуть-чуть они будут коцаны, неважно, это все отремонтируется потом миллиардером за его бабки, тут, в принципе, проблем вообще никаких не будет. Но сказали, чтоб я поменьше так вот херню страдал и нормально доставил тачки в нормальном состоянии, а не в ухудшенном, просто жесть, чтобы их уже и продать нельзя было. Короче, народ, ладно, поднимаем мы наш верхний ряд и закрываем мы нашу... хрень, нижнюю. Поехали, у нас есть три тачки. Три тачки, в принципе, вы видите на карте, поэтому мы должны сейчас их просто взять и, короче, друзья, забрать. Так, что-то он вообще еле-еле поднимается. Ну ладно, я думаю, по дороге он поднимется. Главное, чтобы тачки не слетели. Мы заберем эти три тачки, отправляемся потом далеко за город на нашу... Получается, на наш аэропорт, который закрыт, который именно был выкуплен под нас на несколько дней. И будем там, друзья, грузить эти тачки в самолет. Поэтому будет все просто жопецки классно. И я надеюсь, что у нас все просто получится. Три лямчика можно срубить за вот эти вот 12 машин. Просто жесть, как классно. Так, народ, первая тачка у нас, по-моему, в стрипухе, да, если я не ошибаюсь? Ну да, тут же стрип-клуб, как бы. Ну да-да-да, все отлично. Тут она в стрипухе, получается, стоит. И какая из них тут как бы три стоит, сейчас мы посмотрим, какие более-менее подходят. Так, давайте мы сразу же здесь где-нибудь паркуемся, быстренько забираем, пока хозяина нету. Это все тачки, друзья, хозяина, то есть какого-то левого чувака, который просто их купил недавно, и по базе они все-таки сохранились, и мы теперь их отсматриваем. Мы выбрали как бы, ну, о, все открылось, отлично. Блин, а я чё? А, я перекрыл дорогу, твою мать, что-то я тупанул жестко. Мы, в принципе, их, друзья, ну, потом перечипуем, и поэтому поменяем, конечно же, мозги, перебьем номера, перебьем, конечно же, все, ну, все номера на двигателе и прочие, на кузове, прочие хрени, поэтому его, ну, данные тачки никто даже и не узнает. Ну, а вот эти вот три, которые сверху, они автосалоны, и им вообще срать, как бы, они чисто наши, новые. Зараза, еще чуть-чуть отъехать надо, что-то я вообще, что-то, короче, друзья, нервничаю, на самом деле нервничаю, потому что, во-первых, заказ очень-очень такой, ну, не маленький, а во-вторых, первый раз такой вот работой, такой работой я занимаюсь, вот. Так, ладно, погнали. Тачка, какая из них три? Так, подождите. А, вот это, вот, во-во-во-во.
показывает, что это. Так, так, работает, все. Давай заведем, попробуем. Давай, давай. Да, отлично! Все работает, друзья. Просто все работает. Все просто замечательно. Потому что я боялся, что у нас не будут работать новые фишки, новые плюшки, которые нам дал. Ей-ей-ей. Григорий, миллиардер наш. Так, все отлично. Так, 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 так. Отлично, друзья. Так, ставим, ставим ее. Ставим, 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 ставим. Так, все. Спрыгиваем, все отлично. Закрываем, 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 закрываем наш. Нашу крышку. Все замечательно. Поехали за следующий. Поехали за следующий, друзья. Поехали за следующий. Ура, ура, ура! Четыре тачки уже есть. Четыре тачки. Осталось еще две, друзья. Осталось еще две собрать. По городу. Я надеюсь, ты не за нами, потому что как бы. Ну, по сути, все у нас пока что легально. То есть мы, друзья, снимаем полностью всю охранную систему, все наблюдения за ней, и все просто снимается сразу же. Поэтому никаких, по сути, погонь за нами быть не должно и не может быть. Поэтому можно, в принципе, не нервничать и не волноваться, и не переживать. Все просто чистенько. Все, как я и планировал, друзья. Никакого нелегального действия. Все просто как и надо. Ладно, погнали за пятой тачкой, друзья. За пятой. Пацаны, мы почти приехали, как бы, да? Так, желтый, 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 желтый. Ну, мы почти успели. Короче, мы почти приехали, здесь где-то пятая тачка должна быть. Если я не ошибаюсь, да? Давайте мы, наверное, таки с этой стороны метку берем с навигатора. Так. Наверное, таки с этой стороны заедем. Сейчас тут тачку припаркуем на наш трейлер, чтобы он никому не мешал, как бы по правой полосе. Включим аварийку и просто все замечательно. Открываем мы нашу крышку. Ой-ой, что-то мы стали криво. Ну да пох, вообще пох, вот серьезно. Так, открываем крышку. Так, все, замечательно. Погнали за тачкой. Дружок, мне кажется, или тебе бы лучше уехать отсюда? Иди нахер вообще! Тут все чисто. Вау, вот эта тачка, друзья. Я не понимаю, мне кажется, или у него у него взгляд пал на именно какие-то спортивные суперкары, которые он потом, в принципе, смотри, какая отделка, друзья, все в коже. Тачка по-любому тащит, тачка по-любому. Ну да, она тащит, она просто бомбезная, она заряженная, друзья. Ну, видимо, он будет барыжить именно суперкарами, спорткарами и будет их потом продавать, толкать. Так, давайте мы ее, короче, друзья, уже все отлично, мы ее припарковали, все замечательно. Ты чё, какого хера? Эй, ты придурок! Ты придурок, я тебе морду сейчас набью, ты куда вообще лезешь, что к тебе право выдал? Долбоёб. Успокоился? И тёлку свою успокой. Дебил. Все отлично. Вылазим нахер отсюда. Аж взбесил меня. Так, закрываем, короче, друзья. Закрываем нашу крышечку и погнали далее. Погнали за последней тачкой. Последняя тачка у нас, как вы видите, вон там расположена, да? А, недалеко отсюда, как бы, да? Давайте сейчас мы радарчик установим на нее. В принципе, ну да. О, она вроде как возле продавцов квартир. Во, отлично. Километр ехать. Нам нужно проехать всего лишь километр до нее. Погнали, короче, народ. Я надеюсь, что все, в принципе, у нас. Нас пока что не спалили, как бы копов вроде бы тоже за нами нету. Все просто супер. Я надеюсь, дамочка-то не пожалуется копам за то, что я избил ее паренька. Но он сам виноват, согласитесь, друзья. Он сам виноват. Он погнал в трейлер. Он чуть не сломал мне стойки. Он чуть не погнул мне задний. Тихо. Отлично. Он чуть не погнул мне задний прицеп. И я бы его просто изнасиловал бы за это. Так. Мимо ментов, вроде бы все чисто, все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Нарушаем чуть-чуть, но да пофиг. Нам можно, мы, в принципе, сегодня в ударе, в полнейшем ударе. Так-так-так-так, отлично. О-во, вот так вот, отлично. Маневрируем, главное, никого не цепляем. Все просто супер, так, вроде бы здесь где-то тачка должна быть. Давайте посмотрим. А, во-во-во, вон она белая стоит. Вон она белая ласточка стоит. Так, давайте аварийку включаем, отличненько. Погналичка. Так, открываем крышечку, как всегда, да? Да-да-да, как бы, друзья, все просто супер получается у нас, согласитесь, да? Так, открыли крышечку, так, иди нахер, не бесит только ты меня, жирный. Все, едь своей дорогой, пока я тебе не навалял. Вау, вот это... Тихо, я думал разбивать будет. Ну, заведется? Да, отлично! Отлично, друзья, все работает, все просто работает на ура. Все системы, все датчики, все, короче, друзья, плюшечки работают. Ой-ой-ой-ой! Вот это так заряженная, друзья. Охренеть, она тащит!
Вот эта тема, друзья, я ее просто обожаю. Может быть, как-нибудь потом при помощи своих плюшечек угнать себе парочку машин, да? Перебить номера, перебить просто все, как бы... Давай. Чуть-чуть. Ой-ой-ой. Давайте мы ее даже тут припаркуем, как бы без разницы. Я думаю, достаточно на ней газовать. Так, ну... Отлично! Просто супер, друзья, все... Все пять тачек. А где мы потеряли первую? Неужели она выпала, пока мы ехали? Ой, блин, вот это вот вообще не прикол. Вот это вообще не прикол. Ну ладно, друзья, я уже перегонять их не буду, как бы они уже прикреплены, и они заблокированы, как бы. Ну, ладно, поехали на самолет, потом не до сдачу, до сдадим, можно так. Ну, в принципе, сказал 10 тачек, мы ему и так вот 12 хотели. Ну ладно, 11 будет. Сука, что мне Дирику-то сказать, а? Тачку просрал-то его с автосалона. Ладно, мы ее как-нибудь потом подгоним где-нибудь там в селе, где этот самолет стоит, где-нибудь угоним какую-нибудь подходящую. И все будет супер просто, он даже не заметит, да? Все будет замечательно, как бы да. Все, погнали, короче, народ, к самолету. Самолет у нас находится вообще за городом, поэтому нам будет ехать очень долго, кстати, походу всю ночь. Всю ночь нам нужно будет двигаться вот здесь, на аэропорту, вот, стоит данный самолет, но... Ой, я тут даже не развернусь. Ладно, давайте мы другим маршрутом сейчас просто погоним. Друзья, я надеюсь, что, в принципе, у нас все получается пока что. Главное, чтобы самолет там стоял по договоренности. Если его не будет, просто будет все жопа, потому что три тачки угнанных у меня тут сзади припаркованы. Ну ладно, короче, народ. Все, я отправляюсь в долгий путь. Всем удачи. И конечно же, я вернусь. Фух, главное, я чуть не сбил тачку. Конечно же, я вернусь, как только мы доедем, потому что я знаю, что вам смотреть на долгую-долгую дорогу вообще не интересно. Поэтому, друзья, мы вернемся, как только я буду у самолета. Ну или в тех окрестностях. Так, друзья, ну что же, я, в принципе, прибыл на место дислокации, где мы будем как раз-таки грузить вот данные автомобили. Вот такой вот у нас самолет, друзья. Мне сказали, почему именно здесь, потому что здесь аэропорт, он, в принципе, никем не эксплуатируется, и поэтому он полностью свободен, да и глаз здесь намного меньше, чем в городском аэропорту, поэтому, друзья, будем грузить тачки именно здесь. Короче, вы можете посмотреть здесь, как вы видите... Вот такая вот здоровая бандура, опять-таки я взял от него управляющий джойстик, и поэтому мы сейчас, ну, можем, в принципе, посмотреть, что он может. Так, смотрите, друзья, в принципе, можно открыть нос. Вы видите это? Это жесть какая-то. Затем можно открыть-закрыть, конечно же, задний отсек, ну и, соответственно, тут есть всякие автопилоты и прочее. Я, в принципе, задний отсек открыл. А нос можно, в принципе, посмотреть. Мне прям интересно, что такого в этом самолете? Почему у него откидывается нос? Охренеть, как это вообще можно было бы сделать? Посмотрите на это, друзья. Офигенно! Вот это да! Вот это так придумали люди. Ладно, народ, давайте мы тачки-то уже загрузим. Первая партия, а потом уже будем грузить и оставшиеся. На самом деле, очень долго ехал, всю ночь как бы ехал. Поэтому, друзья, сейчас мы осторожненько их будем грузить. Так, отлично, я сел в тачку, можно, в принципе, аккуратненько съезжать. Так. Ну уже, ну что ты застряла-то? Да ладно тебе, ё-моё! Что за фигня? Давайте попробуем отъехать, а? Ой-ой-ой. Что-то я сильно, короче, друзья. Подождите, смотрите, где она цепляется? А, она цепляется тут-то. Ну, давайте попробуем еще раз ее. Так, друзья, ну ничего страшного, в принципе, своими усилиями я смог ее вытолкать. Ногой, конечно же, несколько раз ударил по переднице, и она у нас, в принципе, выехала. Так, давайте ее припаркуем теперь. Так, вроде бы там нужно в самый конец ехать, да? Как бы, да. То есть, хреново на самом деле видно, я не вижу на самом деле, как долго мне придется ехать. Давайте попробуем вылезти посмотреть. Так. А, да тут, в принципе, еще ехать и ехать. Так, пацаны, ну что, вроде бы стоит ничего тогда. Нормально, да? Ой, ну тут покорежено чуть-чуть. Ну и ладно, хрен с ним. Так, ну, давайте я, в принципе, оставшиеся 5 также припаркую. Ну и потом, конечно же, продолжу. Хотя, народ, я подумал, вам же интересно смотреть, как они паркуются, как они, конечно же, закрепляются. Поэтому давайте мы это, в принципе, посмотрим. Ну а кому не интересно, может просто взять и перелистнуть мой бложик чуть-чуть... Дальше, так. Ну, вроде бы где-то здесь, да? То есть ее можно тут уже и припарковать, да? Так, все, отлично, паркуем ее здесь. О, я поцарапал ее слегка. Так, открываем пультик, так.
Отлично. Вторая ячейка ее. Так, все. Припарковали. Отлично. Что это? Ну, перед был у нас, а тут... Не, ну тут ничего так не поцарапано. То, наверное, чисто так вот некоторые искры у нас были. Некоторые чуть-чуть. Поэтому можно не переживать. Так, друзья, ну что, у нас остается еще три тачки. Поэтому давайте мы быстренько так... Давайте мы ее отцепим, как бы. Отлично. Все, сядем. Отлично. Погнали. Так, отлично. Аккуратно. Аккуратно. Так, 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 так. А давайте, знаете, как ее? Мы ее взад самый, взад, на девятую позицию, да? Чтобы она, в принципе, ровно-ровно заполнялась. Ровно заполнялся наш отсек бортовой. Так, отлично. Давайте, ставим ее здесь. Так, друзья, ну все, в принципе, я перепарковал ее на девятый слот. Осталось у нас тут еще занять два слота. И получается, останется раз, два, три, четыре, пять. 5? Разве 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всего 8? Да ладно вам. Что-то как-то быстро, да? Как-то быстро. Получается, 12 штук мы по-любому бы сюда не вместили. Ну, сейчас посмотрим, в принципе, друзья. Сейчас мы, конечно же, посмотрим. Так, опускаем мы нашу рампу. Так. Так, отлично. И, в принципе, садимся в ламбу. Так, так, так. Все отлично. Погнали. Ну, пожалуйста. Ну, неужели тебе опять придется толкать? Сволочь! Так, пацаны, отлично, я ее толкнул. Отлично. Сложно. Сложно было. Тяжелая, на самом деле. Тяжелая, зараза. Так, давайте мы ее, наверное, таки на десятую строчку, да? Че, на восьмую? Не, на десятую, на десятую. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, ну все, в принципе, я думаю, можно ее парковать. А, ну даже так, смотрите, подождите, она чуть-чуть не туда поехала. Так. Все, отлично. Паркуем ее здесь. Так, 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 так. Это будет у нас 10-й слот, друзья. И, в принципе, она у нас... А! Что? Это как вообще возможно? Ну, или ее вообще притянуло кверху. Я хз, друзья, я не знаю, как устроен парковочный центр этого самолета. Ну, ладно, хрен с ним, давайте даже так. Мне, в принципе, даже не сложно. Так, погнали. У нас остается третья строчка для вот этой вот отсадки. Так, отлично. Давайте мы в нее сядем и, в принципе, все. Замечательно, погнали. Так, 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 так. Отлично. И на третью строчку, на третий слотик. Что, еще далеко? Еще нормально. Вот, все замечательно. Ставим мы ее на третий слот, друзья. Так. Что у нас получается, друзья, у нас? И эта тачка так припарковалась. А, скорее всего, по центру их просто магнитом подтягивают вверх. Или я хз, на самом деле, что происходит. Но на самом деле... Короче, мы припарковали 5 тачек. Итого у нас осталось... А сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, всего 15 мест. Получается, друзья, 15 мест. Офигеть, поэтому мы можем спокойно еще, ну, тачек 6 ему точно привезти и 11 тачек отправить как раз-таки, друзья, ну, на его хатынку. И, в принципе, друзья, я думаю, на этом можно уже закончить нашу серию. Так давайте мы закроем наш трейлер. Трейлер, так, 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 отлично. Все, отлично, друзья. Сейчас я, короче, поеду за следующей партией. Так, кстати, надо будет закрыть сейчас еще и этому нос, и все остальное. Так, чтобы его никто не угнал. И вот это тоже закрываем мы. Так, ладно, давайте мы чуть-чуть отъедем, а то мешаем. Да? Да? Давай, 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 побуром, побуром, побуром. Пока мы не сломали гидравлику на этой хрени. Все, отлично. Я думаю, этого достаточно, да? Закрылся, но... Закрылся хвост? Да, друзья, все, мы, в принципе, все позакрывали, как бы мы готовы к следующей заправке данного трейлера 6 машинами на этот раз уж точно, ни одну не потеряем, и отправляться потом уже в следующей серии на самолете, на вот этом вот, через океаны, через вообще, а, подождите, какие океаны, во-первых, на океан, во-вторых, на взлетную полосу. Ну, возле пляжа приблизительно, он там расположился. Кстати, это российский самолет, как вы могли заметить, вообще четко.
Ладно, народ, всем удачи, огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки для того, чтобы вышла следующая серия, где я буду летать на вот этом вот засранце. Давайте поставим 3000 лайков, и тогда следующая серия сразу же выйдет на моем канале. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ну и ждите продолжения моего блога. Я поехал за следующими тачками. Друзья, я рекомендую вам сайт, который называется teodonat.ru. Друзья, здесь стартовал розыгрыш клавиатуры Red Square Old School. И для того, чтобы поучаствовать в нем, вам необходимо выполнить несколько простых действий. Во-первых, войти на сайт через свой контакт. Затем просто зайти в личный кабинет и пополнить свой баланс удобным способом. Здесь мы вводим сумму 45 рублей, нам этого будет достаточно, и пополняем на Фрикасса, ну, как я уже и сказал, удобным способом оплаты. Далее мы переходим вот на эту кнопочку «Участвовать», нажимая, а она как раз таки сам розыгрыш данной клавиатуры. Здесь, как вы видите, 100 мест и стоимость одного места 45 рублей. Вы выбираете рандомно, как вы думаете, победное место и, соответственно, занимаете его. Ну, допустим, 64. Отлично, я занял место, теперь я участвую в розыгрыше. Друзья, все очень просто. Поэтому ссылочка будет, конечно же, на сам сайт и на сам розыгрыш в описании, поэтому переходите, участвуйте, и пусть рандомчик вас не подведет.